Друзья, всем привет! Сегодня мы рассмотрим отличие индивидуального пошива без ПОК от пошива одежды по меркам МТМ. Первое важное отличие. При пошиве на заказ лекала строится каждый раз для нового клиента. При пошиве по меркам используются стандартные лекала, и их просто немного видоизменяют для конкретного заказчика. Естественно, второй вариант не сможет учесть все особенности фигуры клиента, и в данном случае побеждает беспок. Пункт второй. Наличие примерок. Если вы заказали костюм по меркам, то примерок вообще не будет. В МТМ это не предусмотрено. Если же вы шьете костюм на заказ, то примерки будут, и это будет не одна примерка, а две и более. И чем больше примерок, тем лучше будет сидеть ваш костюм. Здесь выигрывает беспок, хотя, конечно же, на примерки вам потребуется время, вам нужно будет приезжать в ателье. Пункт третий. Из чего шьем? Если вы шьете по меркам, то вам предложат несколько каталогов с тканями. Если же вы шьете костюм на заказ, то вы можете использовать любую ткань, вообще любую ткань, с которой работает портной. И выбор обычно намного больше. Так что здесь опять же выигрывает беспок. Пункт четвертый. Дизайн. Если вы шьете МТМ по меркам, тогда вам предложат выбрать из чего-то обычного, из того, что предусмотрено опциями фабрики. Если же вы шьете одежду на заказ без ПОК, то вы можете придумать все, что угодно. Это все спроектировано будет под вас. Вы можете сделать внутренние карманы там, где вы захотите, сделать такую модель, которую вы захотите. В общем, выбор ограничен только вашим воображением и то, что вам посоветует портной. Ну и пятое. Если вам шьют по меркам, то, скорее всего, вы будете общаться со специально обученными людьми, которые умеют просто снимать с вас мерки и оформлять заказ. А если вы шьете костюм на заказ, то вы будете общаться непосредственно с портным, с человеком, который будет кроить ваш костюм. Его же вы увидите, когда костюм вам будут сдавать. Да, конечно же, костюм без ПОК будет стоить дороже, чем пошив по меркам, но это того стоит, я вас уверяю. И чтобы шить костюм без ПОК, я вам рекомендую обращаться в наш салон, который находится на Красной Пресне, дом 9, салон моды Игоря Пронина. Ссылка будет в описании.